Здравствуйте, друзья! В начале января 2020 года, когда в прессе появились новости о первых заразившихся новым коронавирусом в Китае, никто и не предполагал, что всего за пару месяцев инфекция распространится на все континенты земного шара. Эта эпидемия затронула каждую страну. Чистота рук – важный фактор, снижающий риск заражения. А продолжительность мытья должна составлять не меньше 20 секунд. Показано, что температура воды особого значения не имеет, и холодная, и теплая вода справляются с микробами одинаково эффективно. Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащими средствами. Для уменьшения риска заражения во время кашля или чихания прикрывать нос и рот салфеткой или местом локтевого сгиба. Обязательно избегать тесных контактов, держаться на расстоянии не меньше 1 метра с людьми, у которых наблюдаются симптомы простуды или гриппа. Важно помнить, этот коронавирус распространяется, когда человек кашляет и чихает, но с большими каплями слюны. Это означает, что он по воздуху не летает и не заражает человека таким образом. Но все поверхности, на которые попадают эти капельки, заразны. Вирус живет там в среднем неделю. Поэтому все, что окружает инфицированного человека, потенциально заразно и опасно. Этот вирус имеет клеточные рецепторы только для клеток легких. Он заражает только ваши легкие. Вирусы есть везде. Вирусы очень малы. Мы не сможем их увидеть без микроскопа. Когда больной человек кашляет, чихает, разговаривает, вирусы разносятся вокруг с капельками слюны. Здоровый человек вдыхает эти вирусы и в то же время заражается. Как еще можно заразиться? Прикоснувшись к любой твердой поверхности или предмету, если там есть вирусы. Это может быть что угодно: стол, дверная ручка, телевизор, игрушка, перила, мобильный телефон. Прикасаясь немытыми руками к носу, рту, глазам, при рукопожатиях, поцелуях и объятиях. В окружающей среде вирусы остаются живыми дольше 2 часов. Какие же симптомы? Высокая температура, головная боль, усталость, кашель, чихание, заложенность носа или насморк, першение и боль в горле, покраснение глаз. Будьте здоровы и будем надеяться, чтобы поскорее все это закончилось. Берегите себя и до новых встреч в новом видео. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока-пока!